Всем привет, друзья! В прошлый раз я вам показывал уже Samsung Pro Tool, рассказывал о ее функциях и чем она хороша, но видно, большинство народа прослушало. Самое главное, что есть в этой программе. В этой программе есть терминал для Samsung. Значит, подключаем мы Samsung, работая с этой программой, и через SATA, и через терминал одновременно. Выбираем подключили напрямую, включили все. У нас Samsung определился, работает. Далее мы с вами нажимаем на Disconnect. И здесь у нас само все сразу выберется. Загрузится и пойдет терминал. Пока у меня Samsung под рукой нет. Сюда нажимаем на зеленую кнопочку. Скорость 57600 уже сразу выбрана на коме, ну, в моем случае ком 3 подключен. Ну, это я сейчас эмулирую. То есть у меня сейчас подключена Toshiba, поэтому тут ничего в терминале не будет. Как подключается терминал к Samsung? Наоборот, RXTX, в отличие от Seagate, Земля точно так же подключается. Только в Seagate 38 скорость, здесь 57 скорость. Ну, 57 тысяч. Далее, для чего я вам даю в описании ссылку на полностью все команды Samsung, чтобы вы были счастливы с пояснениями, где что делается. Команды у нас вот по две буквы идут. Есть команды, которые идут через запятые, через пробелы, как и в сигейтах, набором. То есть идет, если нужно что-то сделать, но их мало, и тут они тоже все описано. Здесь описано, что, где, как. Вот пример, допустим, АТ 80820 06. И вот длина трека, смещение трека, номер головки, номер команды, вот вам. То есть вот пример, как оно делается через пробел и что означает. Надеюсь, теперь вопросов будет гораздо меньше и желание поковыряться в Самсунгах будет гораздо больше. Повторюсь, народ, я не делаю это специально для того, чтобы появились на рынке БУ товаров дефектные харды, замаскированные под хорошие, под правильные. Я это делаю сугубо для вас, чтобы вы могли у себя подправить, потому что бывает такое, что смарт сбивается, а поверхность абсолютно одинаковая. Там, допустим, из-за грязных контактов залудил контакты, сбросил смарт, и все, и хард ожил, хард хороший. Я не призываю вас к тому продавать гнилые диски со сброшенным смартом. Это низко, это подло, ребят, не надо так делать. А вот подправить, допустим, было пару бедов, ушло в резервную область и больше не появляются они. Да, вы почистили контакты, все ушло. Но там 99% смарта, да, там он не идеальный. Сбросили чисто для перфекционизма. Сбросили и все. Тем более, что в Самсунгах здесь команды можно сбрасывать как целиком смарт, так и оставлять время наработки, что значительно увеличивает шансы как и жульничество, так и
В общем, ребят, я не с этими террористами, я с ними не заодно. Умный человек поймет, для чего мой канал и для чего я вам вообще это все даю информацию. Да, информация у меня это уже давно была, давно просили, но сейчас только дошли руки ее дать. Плюс я даю для обладателей пресс 3000 и просто почитать очень интересно. Даю как раз по Самсунгам, по спинпоинтам. Тут можно почитать и спецификации, и вообще посмотреть, что такое бурн-тест, и вообще по служебке, по утилитам. Просто даже у того, у кого нету PS 3000, вы можете просто почитать. Я думаю, вам понравится. Для общего развития подтянуть общее развитие по дискам, по Самсунгам, понять, из чего же оно состоит. Вот, допустим, треки. Тут опять-таки указаны тоже команды, потому что PS 3000 тоже работает через терминал. То есть тут можно увидеть все те же команды, что я вам дал в начале. И здесь еще много лайфхаков, как, допустим, там тоже там тут видите, тут alt list, list, с list, list. То есть тут немножко другой тип листов, в отличие от Western Digital. Очень интересно. Вот комбинации клавиш горячие, которые тоже подходят к терминалу. И вот там вот очистка листа, перенос листа в S-лист. То есть рекомендую, ребят, рекомендую это все дело посмотреть, почитать, изучить. Вот вам Hex редактор. Что, как обрезать, как в хекс-редакторе работать. В общем, мне зашло, надеюсь, зайдет вам. Изучайте, смотрите команды. В общем, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, приходите к нам в группу ВКонтакте, у нас есть флудильня, где рады всем адекватным людям, где мы общаемся на вольные темы, в том числе и делимся опытом ремонта хардов. Нас там уже 8 постоянных человек, и очень много людей, которые приходят и уходят.